Всем приветики, приветики. Мы уже у подъезда. Всем привет. Мы едем к моим родителям, к сестре, крестнице и там же. Короче, к моим едем в Москву. Кто не знает, мы живем в Балашихе. И у Сережи много денег. Вот Сережа у нас. Сережа, не пропадешь. У него много денег. Он говорит, я хочу поехать на такси. Я говорю, ты же понимаешь, что сейчас такси будет стоить 2000. Он такой, у меня много денег. Говорит, я согласен оплатить такси. Я, говорит, не хочу в метро ехать. Так что заказала такси, ждем. Ждем, ждем. Я богатый. Он богатый, понятно. Я люблю сосульки. На улице погода зашибись. Не стали мы одевать зимние куртки. Потому что нам и так все время жарко. А когда мы пойдем гулять ночью на Новый год, мы просто оденем кофточки потеплее. Вот и все. Перчатки взяли, штаны запасные. Короче, все взяли. Все, что надо. Потом пойдем в кино. Мы уже решили, первым мы пойдем в кино. Правда, тетя Ира говорит, пойдем на мультик. А я говорю, а что, кроме мультиков там ничего нет? Хотелось бы что-нибудь кроме мультика посмотреть. Ну, посмотрим. Куда? На «Богатыря» же говорили, пойдем. Вот, я бы тоже сходила на «Богатыря». Какие мультики? А тетя Ира говорит, что там какой-то конь, что-то Юлий. Вот эти вот. Да, нафиг. Вот, и, ну ладно, посмотрим. Мы еще не определились, посмотрим. На самом деле, я бы пошла бы лучше на фильм, чем на мультик. Я бы пошла бы на фильм. Потому что в кино на мультик, я дом мультик и дом могу посмотреть. Да, реально. Не, я согласна, когда ты был малышом, мы с тобой на мультики ездили, это еще ладно. А сейчас-то уже большие. Ничего себе, тут много льда. Сергей, отойди, а то вдруг еще с крыши что-нибудь упадет. Мы крышу-то не чистили. Ладно, ждем такси. Кстати, таксиста зовут Сергей, как моего. Две тёзки будут, тёзки. Мы уже на месте. Вот сейчас будем распаковывать мой подарочек. Так. Вот, коробочка. О, с этой, с крышкой, да? Сейчас почему-то очень многие сковородки продаются без крышек. И все в пупырышках, ага. Да, ух ты, хорошая сковородка. Ага. Тут хорошая. Это которая у тебя долго играющая, да? Да, она у меня до сих пор еще целая. Ни одной царапины. Ой, дай бог, дай бог. Ну, спасибо, да. Мам, большое. Ну, как вы там царапаете, конечно. Смотри, что мы готовим. Сергей, это не тебе показывать. Ты уже даже краситься начала? Или это, ну, как бы, это настоящие тени? Да, настоящие. О, мама повесила на кухне телевизор. Теперь у тебя веселье, праздник каждый день, да? Ну, тебе нравится, что телек висит? Да. Ты на ТВ смотришь, да? Я не обязательно. Ясно. Ну, все такое, да, новости, политика. Не обязательно. Нет? Ну что? Горит? Горит. Ой, так жалко, они сейчас ягодки все расплавятся, да? А разве так можно? Да, так нужно. А, она потухнет, да? Честно, горько будет. Я вообще даже не чувствую пока что. Ой. Это в они новогодние украшения. Это, туда ставили, короче, эти как... Полочку украсили. Вот эти штуки на машину чисто. И на елке висит огурец. Это, самое главное. Подсветку и ездили ночью. Видела? Чего вы там купили? Показываю. Так как все любят кушать, купили мы еще подарки. А, тарелочки, да? Молодец. Ага, мне мама показывала. Классные тарелки, да. Покажи. Поменьше, большая, как мисочка. Вот эта тарелка классная для салата. Вау, классная. Выбирай. Спасибо большое. Классные тарелочки. Рецепт Бруней, давай, наигрывай. Мама наделала холодца. Три этих. Я холодец давным-давно не ел. Вообще не помню, когда. Я пыталась тут вспомнить, и так и не вспомнила, где я ела, когда я ела последний раз. Но мама любит прям такой очень-очень мясной холодец, да, мам? Но я имею в виду не то, чтобы там много желе. Много желе и дед не ест. Ага. Разве такое ничего
Ну, три бодички холодца уже, можно сказать, готовы. Ну, как готовы? Завтра. О, Ирка ананас купила, я смотрю, да? Да, я говорю, что у нас только нет. Хорошо. Не, ну, что-то же мне надо было привезти. Колбаса, вон, видишь? Ну, рыба у нас точно будет, я уже поняла. А это картошка вот есть. Да, да, да. Если надо, срочняк кому-то горит. Свежесть вообще. Мама маринует мясо. Папа будет есть мясо, а мы все остальные будем есть курицу. Мы все по курице, папа мясо. Может, все увидеть курицу. Ну, понятно. Дети решили. Привет. С вами Глинтиха. И у меня есть премиум секрет. Да, дети решили попить чаю. Сколько тут получается вообще? 30 на 4. 30 на 4. Не, я имею в виду, сколько вкусов? 30. Ну, я не буду перечислять, да, тут очень много разных вкусов. Я пробовала просто вот нереально. Этот, вот этот, а вот сразу этот. Видно, где ты пробовал. Вот этот пробовал, да? Есть ежевика, черная черника. Та, что вкусно, наверное. Мне кажется, вот этот вкусный будет, да? Вот этот я будет, тоже да? пробовала, мне очень понравился. Christmas Mystery. Сейчас Сережа это... будет пробовать вот такой вот. Нет. Малину? Я буду... Землянику? Вот эту. Землянику. Кстати, он очень вкусный, я его пила отдельно, у меня он есть. Давай посмотрим, что у нас здесь. Знаешь, а что? Я бы попробовал гранат. Классик Breakfast, классический завтрак. Гранат. Виноград. Гранат я тоже пробовала, мне понравилось. Гранат. Просто я сейчас чай не хочу, я только что попила. Ну, я просто вот говорю, я показываю. Возьму. Давай, иди. Названия... Даже роза есть, представляете, вообще от нас. Да. Ой, этот, ягодки-то эти, все время забыла, как они называются. Барбарели. Барбариски. Угу. Барбариски ну, вкусные. Да. Ну, вот мне что-то прям покой не дает. Апельсин и, это, скажи, что это? Корица. Ваниль. Корица и апельсин, мне кажется, это что-то. Это Christmas Mastery. Угу. Очень классно. Классный, да, наборчик? Стоил 600 рублей. 600 рублей вот этот набор стоит? Ну, да. В принципе, если ты один или два, вообще классно. Это надолго хватит. Да. Классно. Дышу в нее. А зачем ты в нее дышишь? И мы открываем. В итоге ты какой себе выбрала? А, вот этот Christmas? На самом деле я взяла другую кружку, потому что она моя маленькая. Вот эта маленькая? Возьми, хочешь побольше? Да, еще Сережа. Берем крышку. О, Сереге, возьми вот эту черную, ага. Это мне? А, это тебе? Ну, возьми ему тоже какую-нибудь. Вот, да. Смотри, Сереж, твоя зеленая будет, а Санюхина будет черная, синяя. Ты земляничку будешь, да? Да. Серега уже одел новую футболочку, которую Санюха с тетей Ирой подарили. Тебе удобно в ней? То, опять же, с Бифри. Магазин Бифри есть. Классная. Они по качеству обалденнейшие. Сколько ты сколько себе сахара добавляешь? Я? Да. Штуки три. Три? Я три это много. Тебе два хватит. Я сладкий сахар. Ой, я сладкий ну, чай. Понятно. Нет, три это очень много будет. Ну, он очень сладкий. Включаешь? Конечно. Я вот в этот. Будет иди. Один... Да ну нафиг. Два вполне хватит. Я возьму носик и смешу. Ты дышь. Что ты там ищешь? У нас есть еще много печеньки есть, вкусные очень. Так, ну я что, до завтра что ли сидеть? Достань мне, пожалуйста.